В Российском православном университете в Москве прошла встреча с магистром психологии, психотерапевтом, профессором Оттавского университета Мэрилин Мюррей. Дискуссия была посвящена лечению принесенных в детстве душевных травм, насилия и депривации. С создателем всемирно признанной теоретической модели для индивидуальной и семейной терапии ознакомилась наш корреспондент Эльвира Гордеева. Обучающие семинары христианского психолога Мэрилин Мюррей проходят в 45 странах мира. А метод, который она разработала более 25 лет назад, каждый год помогает тысячам людей, перенесшим в своей жизни насилие и детские травмы. С 2001 года Мэрилин посещает и Россию, передавая психологам свои разработки не через книги и брошюры, а непосредственно при живом общении из уст в уста. Я считаю, что если кто-то пережил травму, насилие или пренебрежение в своей жизни, неважно, в какой бы стране этот человек ни жил или на каком языке бы он ни говорил, но то, каким образом он впоследствии будет реагировать, всегда одинаково. В актовом зале Российского православного университета не было свободных мест. На встречу с миссис Мюррей, помимо узких специалистов и тех, кто был наслышан о ее уникальном методе преодоления последствий детских фобий и страхов, пришли и те, кто уже встречались с американским профессором на семинарах и прошли у нее один или несколько уровней обучения. Я преподаю здесь для профессионалов в области здоровья, для психологов, для терапевтов, для социальных работников, а также членов церкви. И я преподаю о том, как обращаться с травмой, насилием, а также пренебрежением и лишением. В России у Мэрилин Мюррей особый личный интерес. Ее бабушка и дедушка по отцовской линии родились в деревне под Саратовом и во время революции уехали из России. Те же родственники, кто остались здесь, были либо репрессированы, либо умерли от голода во время коллективизации. Пережившие ГУЛАГ и их потомки сейчас живут в различных регионах России. Собравшимся в зале Мэрилин представила презентацию своего метода, подробно остановившись на кругах близости, ответственности и влияния, и ответила на вопросы слушателей. Это очень важно для наших студентов, потому что, выбрав православный университет, психологический факультет, они, конечно же, хотят быть именно христианскими психологами. И поэтому живой вот такой опыт встречи, общения с практикующим христианским психологом, светилом психологии, это, конечно, очень важно для наших студентов. Американский психотерапевт с мировым именем представила гостям встречи изданную на русском языке книгу «Узник иной войны», автором которой она является, и пригласила всех желающих на первый, второй и третий уровни обучения, которые этим летом она будет вести в Московском центре Мэрилин Мюррей.